составила алгоритм поездки. Привет всем! Мы находимся в городе Новотроицк, и сегодня поедем на таком вот чудо-аппарате ЗИЛ-157. Поехали за грузом. Я надеюсь, мы доедем. Погнали, в общем. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике. Ой, писеец. ЗИЛ-157. Полуприцеп, трал-тяжеловоз. Сегодня мы работаем на компанию «Балтик Металлургия». Наш груз – тракторка 701, кировец. Загружаемся в городе Новотроицк, Оренбургская область, и доставим наш груз в город Бугульма, Республика Татарстан, Россия. Длина рейса 874 километра. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра!
Маршрут построен. Кировец, 12 тонн. Ну, я надеюсь, мы это довезем. Поехали.
обгоняй, что ты ссышь. Ничего не попутал.
Поверните налево. Поверните налево. Thank you.
нас просто космос.
хочу мои тормоза проверить. Я бы тебе не советовал.
направо некуда, там вон чувак вверх колесами валяется. Держитесь правее, а затем съезд.
Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.